Мама, давай сходим в зоопарк. Какой зоопарк? Я сегодня работаю. Жаль. Что? Ничего. Так, все. Я спешу. Пока. Пока. До свадьбы заживет, но больше так не делай. Андрей, ну зачем ты туда полез? Не знаю. А кто знает? Ты думаешь своей головой. Вот ты свалился, а если бы ты себе что-то повредил? Ты думаешь, зачем? Зачем, а? Я хотела написать, что я тебя люблю. Что? Хотела написать, я тебя люблю, высоко-высоко, чтобы ты увидела со своей работы. И тебя тоже очень сильно люблю. Очень-очень люблю. Да, а почему мы тогда не поехали на зоопарк? Ну, сегодня же день защиты детей, я работаю. Мам, а я что, не ребенок? Стас, ты был прав. Мама увидела надпись «Я тебя люблю» и приехала. Ну, я же тебе говорил. О, ребята, свои тоже напишу. Как часто мы в своих повседневных делах и заботах забываем о наших родных детях. О том, что они наше самое большое сокровище. Что мы те, кто обязаны их защищать, оберегать, дарить любовь и ласку каждый день. А не только в праздники. Родители, берегите своих детей.